Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас видеообзор моей дачи. Май. Начало мая у нас даже. Обычно 15-го, 10-го делаю. У нас начало мая. Все цветет. Груша вся цветет. Вся полностью. Со всех сторон. Хотя, конечно, когда-то эта груша была мужского пола. Но это как-то по книжкам это как-то по-другому называется, не знаю как, нам детям так объясняли. И мы не цвела 10 лет, потом подставляли к ней палочки цветущие от другой груши соседской. И вот еще прошло 10 лет, и она наконец-то зацвела. Особенно вон там, вон, прям вот очень-очень много. Ай, муравьишка по мне ползет уже. Ну, мой, да что ж. Что-то ползает все. Вот такая вот она прям классная груша. Груш, видимо, будет у нас очень много. Очень-очень. Вот, ну, я потом в будущем расскажу, как можно сделать так, чтобы их было не так много. В любом случае, она сможет дать сок только половине, чуть больше половины грушам. Остальные все равно упадут. Что-то с ними случится, кто-нибудь их съест. Так, вот здесь у нас виноград. Его там еще нету. Вот здесь его надо, видимо, обрезать, подвязать, перевязать, отвязать. Это еще с будущей малинки чуть-чуть. Вот. Здесь, конечно, весь сад у нас цветет. Вот тут чуть-чуть яблонька, там вот эти вот три по чуть-чуть. А жигулевская вторая половина. Одна половина у нас как-то раз подмерзла. И теперь она по половинам цветет. Одна половина отдыхает, одна половина цветет в этом году. В прошлом году был наоборот. Вот, вот здесь вот. А вот здесь прям вся в цвету. Видимо, в этом году и груш, и яблок будет много, потому что в прошлом году все отдыхали практически. Очень было мало. Вот. Ну, газон какой-то, конечно, желтый стал. Этому газону уже 20 лет. Чуть побольше, 22, 23, 24 года, наверное. Его никто не перекапывал, не удобрял, ничего не делали с ним. Ну, наверное, я думаю, он еще позеленеет. Там дальше у нас соседская, в прошлом году мы продали второй участок. Тюльпанчики. Вот она наша жигулевская. У нее, смотрите, огромные цветки. Кстати, они так, где она? Немножечко с розовым оттеночком. Это так красиво. Я пожалела, что не взяла книгу для того, чтобы сохранить эти лепесточки. Обычно я их засушиваю все. Смотрите, какие они. Конечно, не жигулевская. То есть они огромные. Яблоки красные, огромные. Жигулевские, они дорогие всегда. О, какие классные. Кадры прям восхитительные. Там на заднем фоне, я надеюсь, что вам не слышно. У меня ребенок хулиганит, бутылками бросается. А еще вон там он тоже по типу жигулевской яблони. Тоже у них, кстати, цветки розовенькие. Ай, ай, ветер. Нет, надо все-таки поближе подходить. Так, тут у нас домик проходит. И, конечно же, две елочки, посаженные близко. Планировалось одну потом пересадить, но в итоге она осталась.
В этом году они пахнут очень ароматно. И у них такие уже шишечки симпатичные, совсем другие. Здесь у нас чесночок, крыжовник, клубнички немножечко, там черная смородина, груша. Какая красота, посмотрите. Ну невозможно не любить природу. Здесь у нас пионы будущие, маки, помидорки. Это, кстати, у нас парники такие. Дедуля еще делал. Тоже клубника, домик наш и сад.
нас красиво. Тут у нас тюльпаны, ландыши вот здесь у нас красивые растут. Вот они какие красивые. Кстати, они считаются ядовитыми. Листочки их не... Или корни, не помню уже. Ракурс вот тут очень красивый. Здесь у нас, вон там подальше немножко, здесь вот малина, клубника, черная смородина, остаточки. Уже почти все старенькие клубни. И вот тут у нас красная смородина. У нее тоже такие разнообразные цветочки. Вот они. Так вот у нас хорошо на нашей даче, кто новые подписчики. Еще будет обзор, сейчас у нас обзор май, еще будет обзор июнь, июль, август и, возможно, сентябрь. В этом году у нас очень будет много яблок. Здесь яблони, вот один, вот два яблони у нас, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. А, десятая вон там, уже не наша. Груша, слива и вишенка есть. Вот так у нас огромный такой сад. Очень красивый, весь цветет. Я прям записала очень много роликов, почти всю карту заполнила свою. С разных ракурсов. Очень-очень безумно красиво просто. И груша в этом году вся в цвету, просто вся. Вот. Поэтому смотрите, подписывайтесь, кто новые подписчики. У нас будет очень много интересного. Я очень много интересного рассказываю про сад, как ухаживать, за какими растениями. Уже есть ролик, это есть плейлист, там есть ролики. И также скоро выйдет ролик про дальше будем лечить это дерево. Вот как мы его будем дальше лечить. Другие деревья. У меня сыночка обцапывала их немножечко. Мы снимали кору эти дни вот. Сегодня вот второй, третий день снимаем. Вот. И я буду рассказывать в отдельном ролике, что делать дальше мы будем. Вот. Вот так у нас очень красиво. Там наш домик. Цветы, тюльпаны. Вот сейчас идут тюльпаны, потом пойдут другие цветочки. Это безумно красиво. Обожаю эту дачу, обожаю этот сад. Вон там, кстати, у нас елочки. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал ArtMania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.